Снегопад такой, что с трудом удается разглядеть впереди идущую машину. На дорогах гололедица. Даже на небольшом подъеме машины двигаются с пробуксовкой. В связи с обильным снегопадом и заметным ухудшением видимости сотрудники ГИБДД призывают водителей быть внимательнее, снижать скорость до минимально возможной, строго соблюдать дистанцию и избегать опасных маневров. Начинающим водителям рекомендуют вовсе воздержаться от поездок за рулем и на время снегопада воспользоваться общественным транспортом. Что касается пешеходов, пешеходы на дорогах при неблагоприятных погодных условиях также должны быть внимательны. Дорогу разрешено переходить у нас только там, где есть пешеходный переход. Подойдя к пешеходному переходу, необходимо остановиться, посмотреть по сторонам и убедиться, что транспортное средство точно остановилось, и только после этого переходить проезжую часть. Дорожные службы вышли на улицы города прошедшей ночью, обрабатывали асфальт противогололедным материалом. Предстоящей же ночью на уборку снега с дорог выведут до 40 единиц техники. Пока снегопад расходился, то есть тоже работали по обработке, по подметанию тротуаров. Ну и уже где-то с обеда начали плужно-щеточную очистку. И сейчас планируем в ночь, то есть дополнительно выводим технику для того, чтобы уже в ночное время, когда дороги будут более-менее свободными, будем дорабатывать, вычищать. Также на завтра запланировали технику на вывоз снега, то есть после очистки с пешеходных переходов, с автобусных остановок. По информации Свердловского гидрометцентра, снегопады на севере Свердловской области продолжатся. В ближайшие 4 дня, конкретно по северу области, ожидается небольшой снег, местами может быть умеренный. Температура воздуха умеренная, морозная, ночью минус 10, минус 15, днем минус 4, минус 9. На следующей неделе и днем температура воздуха может опуститься до минус 14 градусов, и также возможен мокрый снег.